маршруту, подъехал к мосту, вот, стал поворачивать в сторону магазина «Автомир». Смотрю, едет миксер. Вот. Ну, соответственно, у меня главное, я думал, он меня пропустит. И скорость была невеликая. Вот. Но я смотрю, он даже притормаживает, но столкновение избежать. Я попытался уйти в сторону, взял левей, но это не спасло. Вот результат. А сколько пассажиров примерно маршрутки было? Целая машина, 20 человек. Целая машина? Да, 20 человек. Нет.